Все угловой степ зарабатывает. Вообще усилиями степа сейчас много создается. А здесь Паникин сам пошел, бьет поворотом. Степлянин на подборе. После рикошета бисиклета и 4-3. 4-3, Сергей Степляни! И празднование в исполнении 10-го номера ЦСКА. Ну что ж, поздравляем Сергея Степляни. Великолепно исполненная бисиклета. Ну и даже Вадим Васильев ему никоим образом помешать не смог. Ну а что касается Дмитрия Васильева, то, конечно...